тест стоит. Это я сейчас тестирую как на Shoden. Тест стоит. А что это у нас? Сгибаемая рука. Вес руки в нижней части. Вес руки в нижней части. Мы идем в шоке, что сидя в сейве. Садиться и вставать. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Да. Тест сидя в агуре, давление со спины, поднимание одного колена вниз. Ну ты можешь пока не сидеть, то есть как тебе удобно. Просто если вытягивание руки, давление на запястье вверх. Хорошо. Пройди назад. Наклон вперед. И подъем на тело. Облокачивание сзади со стороны спины. Левую ногу вперед отставляешь. Стой ровно, вес на носочках, а когда я тебя коснусь, ты меня касаешься и помещаешь вес вниз. То есть вот я тебя коснулся, ты меня касаешься и вес вниз. Вот так. Хорошо. Чтобы не колебаться. То есть вот я держу свой вес, прижал и прижал. Локачивание вперед, партнер. Там на руки вместе. О, хорошо. Да, здорово. Стоя на одной ноге, вытягивание руки, давление на запястье. Сначала руку, переносишь вес, да. Ногу. Внимание рук на прищепку. Вич, вин, сан. То есть вниз, команда. Удержание со стороны спины. Вниз. Нет, я просто пытаюсь. Вы обычно не делаете. Но это другой уровень. Не-не-не-не, я вас вот это вопрос мой. Это самое. Почему? И если так надо делать, я буду. У тебя, смотри, я сейчас объясню. У тебя ки пошло назад вначале. И я просто объединился с этим ки. То есть, если бы ты не сделал этого, то есть вот когда ты меня взял. Ой, я тебя взял. А, меня потянуло назад? Нет, вот касайте меня. Я тебя не тянул. У меня вот такой был контакт. Да, мягче управлять. И держи. И вот ты начал вот как бы так и все. И я продолжил так держать. Вот это движение сюда. Ты объединяйся, но не как бы не назад. Я понял. Так, следующий. Там это удержание делали. Сидя в сейза, давление на плечи. Багура. Сейдзо разве? Что? Сейдзо? Не со скрещенными? А, пардон, правильно, спасибо.